внук в комнату к бабушке и говорит: «Бабушка, отгадай, что такое? Висит груша, нельзя скушать». Бабушка посмотрела на него и отвечает: «Не знаю, Вовочка, может, лампочка?» Вовочка улыбнулся и продолжает: «Ха, лампочка, это тетя груша повесилась». Встретились два друга, первый говорит: «Ты не хотел бы провести отпуск в Англии?» Второй подумал и отвечает: «Желание-то есть, но это левостороннее движение мне очень не нравится. Я тут на днях попробовал на работу так доехать и понял, нет, это не для меня». Ночь. Муж уломывает жену заняться сексом. Наконец она соглашается, но с условием: «Только свет выключи». Муж недоуменно: «Зачем?» Жена объясняет: «Есть фактор, снижающий у меня возбуждение». Муж уточняет: «Какой еще фактор?» Жена: «Я тебя вижу». Встретились два мужика в баре, и первый рассказывает: «В этом году я отлично провел отпуск». Второй уточняет: «Ты был на море?» Первый объясняет: «Нет, дома. На море выезжали жена с тещей». Мужик разбил любимую вазу жены и оправдывается: «Дорогая, не нервничай. Нервные клетки не восстанавливаются». Жена посмотрела на него и отвечает: «Дорогой, не умничай. Зубы в твоем возрасте тоже не растут». Полицейский останавливает машину, смотрит в салон и спрашивает: «Почему ваша пассажирка не пристегнута ремнями безопасности?» Водитель посмотрел на пассажирку и отвечает: «Да ты не бойся, командир, это теща моя, она сегодня смирная». Возле кабака трое отловили пьяненького мужичка и говорят: «Бабки гони». Мужик, улыбаясь: «Нет проблем», лезет в карман, достает оттуда ствол и говорит: «Теперь легли, все быстро легли». Мужик продолжает: «И поплыли за мной, двигаются на брюхе, изображая плавание». Один из плывущих не выдерживает и выкрикивает: «Ну ты дурной». Мужик недоуменно: «Чё так?» Тот объясняет: «Да кто ж на асфальте плавает?» Мужик продолжает: «Рот закрой, а то нырять будешь». Общаются двое дедушек. Первый говорит: «Сейчас лафа, а вот в моей молодости чихнул, и тебя за это тут же пристрелили». Второй уточняет: «Да когда это такое было?» Первый продолжает: «В 43-м ночью в разведке возле немецкого часового». После экскурсии на свиноферму два городских мальчика 5 и 3 лет, восхищенные увиденным, возвращаются домой. Старший говорит матери: «Мама, мы на ферме видели свинью, которая намного толще и жирнее тебя». Мать в истерике, дает подзатыльник своему сыну и начинает горько плакать. Младший сын пытается успокоить ее, гладит по руке и говорит: «Успокойся, мама, толще тебя нет ни одной свиньи на свете».